I know you. Yes, you do. Ah, sorry, I don't know. Thank you very, very much. Для меня была большая честь встретиться с президентом после многих лет, потому что мы встречались, я оставалась у них дома в Лондоне, когда я была маленькая, так что для меня это очень какая-то очень теплая встреча и очень хорошие воспоминания, потому как-то, да, вот. И мои дальнейшие планы... Я сейчас лечу в Лондон как раз-таки, у меня там будет Яночка Месса, Глаголитик Месс. Потом у меня Зальцбург фестиваль, там буду петь Соломею и Шостаковича 14-ю симфонию. Потом Франкфурт, ну то есть весь год у меня примерно каждые два месяца расписан, так что я не знаю, как долго вам рассказывать. Конечно, будут. Мы все над этим работаем. Вот и с президентом обсуждали эти, и с Константином Арбеляном. Так что, конечно, что-то будет, просто надо планировать.